хуткасць, спрыт і зладжанасць дзеянняў. Вось галоўныя арыенціры ўдзельнікаў 40-го чэмпіянату па выратавальным шматбор'і. Сёлета ўдзел у спаборніцтвах прынялі 60 супрацоўнікаў асвода з 15 раёнаў Гомельшчыны. Выратавальнікам трэба было пераадолець складаныя, але цалкам рэальныя для іх прафесійнай дзейнасці сітуацыі. Эти упражнения продиктованы жизнью, вот, и ничего отстраненного от жизни здесь не происходит. Здесь все, что применяется в труде. Каждый вид, он имеет равный вес, и для победы нужно показывать достойные результаты в каждом из упражнений. Свои навыки и профессийное майстерство выратавальники демонстрировали у нескольких элементах программы. Заплыв удельников вольным стылем на 100 метров с переодолением перешкод, подача выратавального круга на далекость и трапность, транспортировка манекена на дистанции у 50 метров. Лепший час у этом залику 44,57 секунды. До речи, каждое выпробование предугледживало хуткость и якость его выполнения, бо менавіта от сукупности гэтых складников у працы выратавальников часто залежит человеческое жыццё. Не глядячи на то, что с подобными ситуациями удельникам чемпионата уже доводилось сутыкаться у профессии, пошла спаборництва, переживания ухапала во всех. Всегда готовимся. Надо как-то поддерживать и форму вот, рабочую. Что было самым сложным в преодолении этого препятствия? Боялись за результат плохой. Собрались, выложились на полную, как смог. Бадай самым відовішным спаборніцтвам программы, у якім удзельнічала адразу вся команда, стал выход выратавальнага катера по тревозе с пошуком манекена. На выкананні гэтага задання было адведзена не больш за 5 хвілін. Ацэньвалася правільнасць дзеянняў кожнага асобнага удзельніка, што затым уплывала на агульнакамандны вынік. Па заканчэнні ўсіх спаборніцтваў былі вызначаны пераможцы ў асабістых і камандных заліках. Пальму першынства чэмпіянату ізноў заваявалі супрацоўнікі Жлобінскай выратавальнай станцыі. С 2010 года мы областные соревнования берем первые места, то есть стараемся, тренируемся постоянно, то есть оттачиваем свои профессиональные навыки, вот, плаваем, кидаем круг, то есть транспортировка манекена и так далее и тому подобное. Дадзены чемпионат, як адзначаюць организаторы, это вельми добрая тренировка, потому что уже завтра выратавальники вернутся до выполнения своих профессийных обовязков. Треба означать, что за 6 месяцев бягучего года яны уже попередили больше за 2000 несчастных выпадков. Выратавали на водоемах 19 человек, за яких 4 – дети. Чемпионат по выратавальным шматбор'ю уже не первый раз показал, что супрацовники освода готовы до выполнения задач по ахове жыццяў людей на водах у выпадку узнікнення любой пазаштатнай ситуации. Однако кожны павінен памятаць, что бяспека здоровья и жыцця у першую чаргу залежыць ад нас самих. Мы обращаемся с большой просьбой жителям нашей области строго соблюдать правила поведения на воде, правила купания, не находиться в одиночку на водоеме, особенно тем людям, которые страдают различными хроническими заболеваниями, не совершать дальних заплывов, не переплывать водоемы, что может привести к несчастью, не находиться на воде в состоянии алкогольного опьянения и не потреблять спиртные напитки около водоемов. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».